чтобы меня не заметили. Есть. Спокойно и по-быстрому. Короче, будем хитманом таким. Замаскируемся, блин, а по лицу как будто меня никто не узнает, совсем никто. Салве, прошу простить за опоздание. Я Ругьеро Ферраро. Да, мистер Ферраро, все в порядке. Ну да, солдат не знает. Тост за мое краткое пребывание губернатором Багам. Ясно. Да будет вам известно, под моим оком 300 пиратов приняли королевскую амнистию и присягнули короне. Но, несмотря на мой страх, его величество решил меня отстроить и отозвать в Англию. Лес тоже хранит. Как жаль, что вы уходите, Роджерс. Я в вас так верю. И верю. А, все равно. Вот, блин, ну почему нельзя по-человечески, как обычно, не за... Именно, чтобы все видели, вот, это здорово, ваш придурок. Нет, надо придумывать китайские способы. Спасибо вам за прощальный вечер. Где тут можно спрятаться-то? Нет. Ваша речь была слегка дерзкой, но казни вы не заслужили. А как вам это? Скоро все монархии мира будут упразднены. И когда этот день придет, люди вроде Торуса и меня будут признаны архитекторами их кончины. О боже, Роджерс, вы так дерзки! Давай, давай, иди туда дальше. Меня никто не увидит. Да, превосходный костюм. Но в нем вряд ли удобно на такой жаре. Си. Но для людей с утонченным вкусом, вроде нас, форма всегда должна происходить удобства по важности. Вот говнюки, умные еще тут. К тому же. Блин, от этого я не люблю ожидать болтовню пока. Ладно, подумаем, что мы можем сделать. Все дела успели зарешить. Именно я приструнил этих тварей в Насау. И вот все меня наградили. Не верю. Черт возьми, Дэвид. Это за вас надо замолвить слово. Я да прыгай сюда. Вашу защиту. Так, давай, иди. К оружию! Да как? Блин, а. Дерьмо. Нет, ему надо было сюда. Приспечило лезть именно сюда. Больше некуда лезть. Так. Я горжусь этим, да. Торис тоже был губернатором. И так же, как и я, ярым приверженцем справедливости. Оружия-то нет. А как ваша жена поживает? Понятия не имею и не собираюсь даже выяснять. Мы разошлись почти 5 лет назад, и поверьте, оба очень этому рады. Простите мое любопытство. Поговорим об этом чуть позже, когда я напьюсь окончательно. Так. Этот говнюк идет дальше, в ту сторону. Ты как мне убить его незаметно на виду у всех? Сейчас будет именно такое место. Нет, все-таки на виду у всех еще. Как жаль, что вы уходите, Роджерс. Я в вас так верю. И верю. Но это еще не конец, я уверен.
Когда король услышит мой протест, он наверняка отдумается. Наверняка. Так, давай, иди дальше. А, я тут болтаю. Да ничего, это не Эдвард. О, мы же, это же Эдвард. Продолжим этот разговор. У вас славные украшения, столь элегантны, а цвет. И я надеюсь, это изменит. Эй, ты меня не видел, иди дай отсюда, блин. Французка! Я уверен, что уговорю короля вернуть мне пост, когда он увидит все то, что я сделал для него. Так, он наоборот уходит. Я не могу. Не-не-не, все норм, иди дальше. Походу он по кругу прет. Да, он идет по кругу. Так, надо значит готовиться. Моего внимания требует другой. Так, если я убью его, видят, скорее всего. Скажите хозяину спасибо. Отныне. О таком прощальном вечере можно только мечтать. Ща, куда идет? Да! Столько ждал! Здесь невозможно убить его так, чтобы не заметил никто вообще. Убить Роджерса со скамьи. Спасибо вам за прощальный вечер, Симпкинс. Я не был слишком больно. Так. Нет. Ваша речь была слегка дерзкой, но камеры не забыли. А как вам? Скоро все монархии мира будут упразднены. И когда этот день придет, люди вроде Торуса и меня будут признаны архитекторами... Задолбал. Итак, вместо того, чтобы пойти сюда, этот говнюк увидел труп и попер туда. Да, мне бы хотелось бы знать, где он сейчас. Может, как раз таки... Часто смерть единственный выход. Да вот отлично! Вот я... Так, вот он идет, вот он идет. Отлично. Убил! Ты сам был приватиром. Объясни, почему ты не уважаешь моряков, что лишь пытаются выжить в этом мире? Тебе не понять мои мотивы, кретин. Ты занимаешься одним, уничтожаешь все, что прославляет нашу цивилизацию. Но я понимаю. Я видел обсерваторию. Я знаю ее силу. Тебе же обсерватория нужна только для шантажа и шпионажа. Да. И все это ради великой цели. Торжество правосудия. Найти правду, уничтожить ложь. В мире никому не нужна эта сила. Но ты дал Робертсу ей воспользоваться. Нет. Я отниму ее. Если скажешь, где он, остановлю его. Да, думаешь, здесь свежу? Да нет. На острие клинка я наконец нашел в тебе друга. Принципи, ты безумец. Наши говорят, принципи. Так, и тут я увидел датчик. Ладно, поехали дальше. Покиньте область и спрячьтесь.
Теперь это, блин, запретная зона. Я такой плохой стал. Доберитесь до конторы ассасинов. Пошли, доберемся до гондоры ассасинов. Целая, блин, гондора, о которой никто не знает. Семь козырей баблишка почти что. Разбогател-то нехило. Ну чё, кто у нас следующий? Теперь этот бородатый дед будет, наверное. Готово. Куда мы? Собирай свои вещи, мы плывем в Африку. Только пистолет и остальное тебе ничего не надо. Получилось, этот говнюк ушел. Блин, когда подобрался. Сочканул. Так, чё, куда дальше? Значит, в принципе, мы в Африку. Вычислять его по IP. Надо поближе. Поехали. Неужели нельзя никакое время ускорить, чтобы быстрее плыли? Команда, где же вы, люди? Ну-ка. Давайте-ка пока. Давайте-ка пока улучшим нашу галку. У нас 6, нет, 7 кусарей, почему бы не попробовать, ну почти 8 даже. Продажи грузов. О-хо-хо-хо! Сколько, когда мы столько награбили? О-хо-хо-хо! Теперь я точно богат. Так, что там надо улучшить-то? Корпус. Не хватает чертовых сраных материалов. Ладно, поехали. Что мне улучшить? Мощность обычных ядер. Блин, на все материалов не хватает теперь. Бабло есть, материалов нет. Их можно вообще где-нибудь купить, а? Да, привет, народ, как делишки? Я вам там что-то улучшил, я уже забыл, что я только что улучшил. А, да, я мощность ядер немного подкачал. Фрига 23 левел. Теперь мы можем бороться с таким говном, как это. Зато там до хрена сахара и рома. Так, чё, может на абордаж возьмем? Давно не занимались этим. Ну ладно, давайте попробуем взять. Убавим настоящую дистанцию!
жду приказаний. Ай! Столкновение! Мы должны сидеть здесь, на запи! Поехали, поехали, поехали! Пушки! Да не так быстро! Так, на абордаж, на абордаж, на абордаж! Ну чё? Эй, куда ты? Чё ж флаг вражеского корабля? Это как мне это сделать? Да я знаю, что стрелять надо будет отсюда. Ладно. Мимо. Сражайтесь, золухи! Я за Зилой, все тут сдохнут. А! Вот охренел говнюк, а. Так... Как вы достали, а? Сдохни! На! Я рызать тебя. Черт. Ай, ай, ай. Ай. Хотел их и дохнуть, черт возьми, а? Я пойду поднимусь и уничтожу вражеский флаг. Если я успею. Хотел их и драться, по-моему, ни хрена не умею. Так, отлично, залез. Эй, только не спрыгивай, а? Придурок. Столько залезал. Пофиг. Его все равно надо уничтожать. Пошел вон. Так, где флаг-то? Так мы всю команду, блин, растеряем. Да, придурок, ты задолбал! Всю команду теряем-то. Все. Вот так вот. Что будем делать? На, нелегкое было дело. Потеряли много хороших ребят. Получили немного. Ну не, нормально получили. До половинки дополнили. Кораблик сквозь текстурку нашу провалился. Но нам еще топать. Оу. В общем, топать еще. Запивай, парни. Давайте, запивайте. Ура, обжора. Oh,
Сколько до этой Африки, а? Пенсиби, блин. По-моему, в первый раз потом как раз, точнее, подружились с этим странным мудрецом. Ну что, там так и остался. Да пофиг, что надо ее улучшать. Я так по полной программе уже улучшу. Ну, корпус, у меня материалов ни хрена не хватает, которых негде достать. Что за куча валяющихся там трупов в воде? Капитан, один барахтается! Кто капитан? Кто это сделал? Большой корабль. Королевская удача. Робертс. Никого не щадя, не сказав ни слова. Окей. Блин. Так и не говорите, что с тем гигантским говном нам надо будет сражаться. Он же просто раздубасит пару залпов мой, и все. Они типа Толомью Робертса. Нельзя сюда, ладно. Ну, надеюсь, что не придется с его кораблем дубаситься. А, возьму одиночным абордажем его. Запретная зона. Да, вообще насрать, что она запретная. Я просто буду идти дальше. Пираты откуда ни возьмись берутся. Ты ничего не видел. На. Просто толкнул хорошенько. По одному что ли подходите? Как-то слишком они резко увидели. Ника смелый такой, да? На. Всех пиратов отдубасили, поехали дальше. Есть. Не скрываться, все равно увидят. Да что ты делаешь, а? Че за хрень? Эдвард, какого ты лоха превратился, блин? Мне теперь заново всю эту арену проплывать. Блин. Не люблю-ка я в таких местах предусмотрены странные сейвы. Бегу к нему и зарежу. Так, пацаны, меня не видели. Ай! Так, черт возьми, а! Стой, 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 стой! Да дайте мне прицелиться, блин. Да в кого ты целишься, придурок?
Пучку надо целиться. Да беги. Мы будем поступать прежней тактикой, тогда что делать? Есть дабл килл. Где-то наверху тут стоит. И вообще мастер без палевности. Ну чё, кто там был? Давай позырим, давай, позырим, позырим. Эй, это чё за жалоба у нас? На тебе килл. В кустах. Вау! Своим топоришком. Ой, подходи ко мне. Слушай, Торо, Торо, Торо! Да чё за хрень, а? Да! Сраная клава. Так, вот он я, продвинулся. Такой незаметный вообще. Вот я пошел дальше. Пошли давай со мной путь. Это типа логика этих двух жирных. Точнее одного из этих жирных. Да, надо искать этого. Этого. Вы поняли, кого этого. Не кричи. Ух ты, блин, у этих здоровых есть силы сбираться по возвышенностям. Да, поймать. На. Ох, ёл. Вот говнюк, да. Давай, 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 я прыгаю! Пацаны, притормозите! Да куда ты лезешь, блин? У нас времени нету! Залезай! Надоел, бля. Ну залезай! Куда ты лезешь? Отлично. Тупица, Эдвард! Тупица! Загружайся, что там стояло. Ты нахрен, говнюк. Да отвали ты от меня, Ника! Давайте, братья, быстрее сюда! Пока они меня не видят, прыгай! Это уже Эдварду говори, а не мне. Это жирная Ника.
не может быстрее. Ну блин, сбирайся, вот какого хрена он сейчас стоит, а? Поехали, блин. Поживей. Нам не нужны текстуры. Ой-ой-ой, обстрел идет сильный. Тут хода нет, капитан. Надо найти другой. О, ботва пошла. Камни падают. На абордаж. С такой-то командой, а. Королевская удача. Да вы совсем охренели брать на абордаж этот корабль. Пальнем как